Второй день недели российского ритейла. Мы разговариваем с нашими гостями, участниками деловой программы. Анна, расскажите, какие цели ваши были про посещение этого форума? И вы спикер, вы модератор. Расскажите, почему вопросы, которые обсуждались на ваших сессиях, актуальны для аудитории, которая сюда пришла? У нас сессии будут завтра. Будем обсуждать маркетинговые вопросы. Три сессии. Маркетинг ритейля, новые точки роста. Про эффективность будем разговаривать, в том числе customer experience, промо, что с ним делать, как от него, скажем так, не то чтобы избавиться, но снизить его долю. Отдельная будет сессия про digital signage, о том, настолько ли он актуален, какие есть новые решения, где, опять же, эффективность. А также поговорим о том, есть ли возможность открывать новые форматы без digital signage во главе угла. То есть посмотрим на вопрос с разных сторон, рассмотрим все за и против. И, конечно, третья сессия тоже будет очень интересная. Лояльность и мобильные приложения ритейлеров. Тут будем говорить о том, какими способами сейчас можно не только завоевать лояльность аудитории, покупателей, но и привести их в физический магазин и в свой онлайн-магазин, который теперь у каждого может быть в телефоне. Много вопросов. Интересные спикеры. Посмотрим со всех сторон. Спасибо большое. Вот такие тезисы звучат и такие компетенции присутствуют на неделе российского ритейла. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.